Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тренер дзюдоист из Оренбурга Сергей Свобода со своими подопечными не пропускает ни одного турнира памяти Павла Иванникова. В этом году он привез сразу 30 спортсменов. Из Самары они уезжают с 7 медалями и надеждами, что они превратятся в олимпийские. Безусловно, каждый тренер питает надежду в своих воспитанников, а там, конечно, как покажет татами в дальнейшем, как будут тренироваться. Мемориал Павла Иванникова, основателя самарской школы дзюдо «Мужество», проходит уже 5-й год подряд. Сразу после смерти заслуженного тренера России его воспитанники решили, что в Самаре обязательно должен проходить турнир в его честь. Человек, который жил всю жизнь ради детей, посвятил свою жизнь воспитанию детей, развитию дзюдо в Самарской области. Турнир на самом деле очень важный, чтобы спортсменов просмотреть, подготовить, исправить какие-то ошибки перед официальным первенством области. Количество участников растет из года в год. В этом на турнир приехали дзюдоисты младше 18 лет из 13 регионов России, а также гости из Казахстана. Разгромную победу в неофициальном медальном зачете одержали самарцы с 7 золотыми, 9 серебряными и 11 бронзовыми наградами. Второе место заняли челябинские дзюдоисты с 6 медалями, 2 из которых золотые, а третьими стали пермяки. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!